Бетра я не вижу. На, потому что мы на этом. Джишку не знаю. Блин, надо мне новые пушки прокачивать. А, мне больше нечего прокачивать, поэтому я только Джишкой буду. Бля, снайпер, 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 несусь туда, блядь. Снайпер с фонариком. Какой гений так делает, я не понимаю просто. Тут тем более нечего блики делать. Я внутри. Ага, понял. И граната справа, 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 слышишь? Я лучше вырублю ЦУ. Алипух справа сейчас, стой аккуратно, блядь. Осторожно, справа, справа. Бля, не могу направо уйти, нельзя направо уходить. Ну, вижу. Обойти. Обойти нельзя никак. Убил. Почему? Ребят, все, все, держим, держим точку, блядь. Пожалуйста, держите точку. Извините, конечно, за меня замат, но реально, держите точку. Че я засел, короче, на эш? Сантра, не рисай меня, не рисай, их слишком много. Они сейчас прибегут, они сейчас выйдут. Просто живите, пожалуйста, живите. Они гранатами своими закидывают. А, тут нету техники, поэтому я буду медика брать. Я так замедлился. Я тогда этот, Сантра, смеись и перк на какой-нибудь другой тогда будет, ладно? После того, как умрешь. Я возьму тогда этот, на патроны. Окей. На всю тиму. Ты, кстати, тоже можешь инженера не брать по факту. Я так не беру инженера. Мне нравится инженером играть. Я этому. А. Нет, ну тебе нравится, но просто он здесь бессмысленен. С карабины и все прочее. Тимати, я тебе риснул. Я заметил. Убил, убил, убил. Аптечку кинул. Класс, сменю класс. Так, а как класс сменить сейчас? А ты сейчас, ты живой, тебе надо умереть. Тебе надо еще, короче... Ну не умирай, если снайпер слева, снайпер слева. С СВД, 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 СВД. К-202 открыт, ты вообще тащить будешь. Охрененная пушка. Окей, а у него надо кооператив проходить. Да? Да. С кооператива открывается. Да, где? Да. Ну я тогда с ним в этот, мой кооператив поиграю. Говоришь, техники нету, вон танк, блядь. Ну, это наш танк приехал. А у них-то техники нету. Там ты прикол, что вот у них-то техники нету. Танк. Нет, гранату убили. Ой, ребята, я умер. Ты не один такой. Офигеть, там уже у кого-то 2000 экспы, походу дело медик там сидит, рисает. Там 41 уровень, ну, в принципе, да, ждаем. Так, можно мне не ест 2000, ну, дайте мне. Ладно, прикрытие возьму. У меня нет он ничего нового. Мушка, передняя рукоятка, окоп, утолщенник. Ну, только переднюю. Алипух, алипух! Откуда стреляют примерно? Справа, да? Да. Сейчас, сейчас, сейчас займемся, займемся. Есть, 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 есть. Все, 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 убрал. Езжайте, езжайте дальше. Тимати, спасаю, спасаю тебя справа. А зачем меня спасать? Справа, а потому меня надо спасать. Не, я туда не пойду. Я не ёбнутый. А меня оживили. Я просто тут сижу, отстреливаю. Если они пытаются выйти с РПГ. Почему я тебя риснуть не могу? Вот. Кого я? Так меня риснули. А, М417. Блин, из-за того, что у меня какой-то баг произошел, я парня не мог риснуть. Бесит, такое тоже иногда бывает. Ой, иди. А что? Как он так резко развернулся? Он на имбот, что ли? Возможно. Возможно, но с таким, ну, не с таким счетом пока что. Сзади петуха убили. Крысы. С P90? Да. О, не по мне счет. Печенек, печенек, печенек. Меня убил печенек. Бывает. А, понятно. У нас а ё-моё, пацаны, когда... Ты пиздец, бля, как на... С какой стороны, интересно, бля, у меня... Так, перк, пацан беру. Ребят, вы там меняете перки все, кроме патронов. Так. Я поставил прикрытие. Так, как мне сейчас сменить класс на штурмовика, да? Да, на штурмовик там выбираешь такой, ну, медик. И возьми там, если есть М416. М27 АИР. Нет, это ты поддержку взял. Ты поддержку взял. У тебя самая первая, это медик. Самая первая медик, да? Да. Ну и? Есть там у тебя... М16А3 или 416? М416. М16А3, бля, и ОМП-45. И ОМП, бери М16А3, я стреляю аккуратно. Ну, как бы эта пушка вообще хорошая, очень.
Есть, а тут еще есть так. Как? Каш 2002. Бери. Только расстреляют очередями, учти. Так, с аптечка. Три патрона. Дефибриллятор и... Снайпер сверху. Я его видел, блин, и просто не мог его выманить оттуда. Так, а как аптечку бросать? На тройку. А чего я все равно... А, на тройку. Нажал, блин, тройку. Взял кино аптечку. Я думал, он ее просто достает. Нет, колесиком она достается. Понятно. А что она колесиком достается, это я знаю. Я только колесиком пользуюсь. А на тройку... ты колесиком пользуешься все время? Да. На тройку все время нажимаешь, просто и все. А как резать? Резать, если тебя открыть дефибриллятор, то он 4 нажимаешь, и потом будет такой значочек специальный на человечке. Я бегу к зданию, где засел снайпер. На трупике. В общем-то, а снайпера убили. Да. Ну, я все равно бегу в это здание. Ребята, на точке что-то плохое. Там печенек. Да. Танк, пожалуйста, держи точку. У них как раз сейчас танк появится свой. Они слева. Завалька. Ой, я не прицелился, у меня был пап. Парни, не риснуть никак. Обошли сзади. Медик, рисни, пожалуйста, рисни. Ты где? Спасибо. Там? Чё, парни, рисуют меня? Уйдите оттуда. Там мои гранаты. Помощь убийства, нихера себе. Короче, слышь, бежим. Я не буду его рисать, потому что это... Ладно, рисну. Я не буду рисать его, потому что это... Ладно, рисну. Не-не, просто ситуация такая была, что там обычно много кого будет врагов. А медикам это очки хорошо идут. Да, медику хорошо вообще этот, фармить опыт. Вдалеке, снайпер, не суйтесь! Куда не суваться, я не собирался никуда суваться. А зря они сейчас риснули, меня сейчас могут убить заново. Нет, спасибо. Надо выбраться. Ой, 10 хп. Да почему он не прыгает-то? Алипух, не рисай его лучше сейчас. Что? Сзади! Сзади, ребята! Ребята, сзади, у него хп мало, рисни меня быстрее. У меня просто... Там еще один минимум. Еще один, ё-моё. Это этот, говнарь... Пиздец, он на раз убил нас. Да... А еще он стреляет, когда перезаряжается. И с вала, бля. Да, вал это вообще хороший. Это тот мудак, который с печенегом бегал. А, да. Блин, фига там парень отжигает. Я, в принципе, тоже недалеко от него. Но я медик, извини меня, такого подфармлю за это. Нельзя, чтобы на него рисались. Нельзя, вот просто, ну никак. По-любому сейчас тут два человека еще сидит где-то. Может, он там сейчас валом будет херачить? Так, сейчас я выгляну, снайпер там все еще сидит. А вал открывается, да, тоже? Да, по достижению там какого-то уровня большого. Там 45-го, если не ошибаюсь. То есть я свой левел долго фармил, да? То до 45-го еще достаточно хуи херачить. Хуи пинать. Ставлю бомбу на... Давай. Все, поставил. Не понятно, почему это до сих пор никто не сделал до меня. Я вас тут крою с этой стороны. Не, на птичку нашу чуть-чуть. Бля. Ребят, спот самая ваша лучшая вещь, если что. Если у вас что-то будет, то... Ну, то сразу же, спотите без проблем. Чисто. Ой, нет, там все очень плохо. Тут надо снайпера уже брать будет, СКС. Убил. Ну давай, когда уже можно будет дальше-то переходить? Вот,
Можете уже бежать, но там... Там снайпер этот долбанный. Рисните меня. Бегу. Благодарствую того, кто спрыснул мне. А так, да ты мудак. Я все время забываю оставлять местный приказ. Привет, Алипах. Плюх только нахуй. Свала опять же. Я тебя рискнул. Погоди, не суйся там. Там пусто. Все, можешь, да, тут пусто. Эти оба сдохли, которые здесь сидели. Это был... Пошли, пошли, пошли. Сверху, если что, там один. Так, обходи сзади, еще, сзади. Еще стоят сзади, да, сейчас. Все, там наши. Я бегу дальше, через коридор. Да-да-да, беги, я с этой стороны придержу вас. Там бежит через коридор. Минус. Все, ребят, держи. Чисто, чисто, чисто. Бежим, бежим, бежим. Надо макрос какой-то, бля. Я на точке, оставит. Я вижу, вижу. Для лечения сразу. Раз. Бежит один негр. Есть один. Убил. Наконец-то коллиматорный прицел. Я наконец-то его открыл. Есть, убил. Надо я его видел, но, блин, я так по слову почву сейчас. Слева парень, слева парень, слева. Я за РФ открыл 16М3. Помощь при убийстве. И я еще... А, и за США я открыл калаш 74-й. И 10 тысяч опыта за штурмовика я получил еще. Убили там нашего или? Нет, наш живой. Лоу, Нига, Бич, привет. Уди, там печенье. Даже не рисай, не смей. Я хотел. Пока ты его не убьешь, не рисай меня. Его даже не надо было убивать, мы так выиграем. Ну, третье место, терпимо. Да, я знаю, насколько я крутой, да, что типа получил такие пушки. G36 глушители, 2000 фонариков. 1289. Ну, всего лишь. 4500, 4700, 4900, 5500, 5300, 5800, 6100. Ну и просто мне в конце дали медальку, это типа, ну, хороший медик. Она 10 косых дает, короче. Техника, мне на танке надо, у меня техника скоро на танке откроется. И на и это ближе всего. У меня уже связа за службу штурмовиком. Я, короче, штурмовика по полной прокачал. Мне надо 2000 на танке еще всего лишь. Такс. А Сантра, а разве DAO 12 открывается не с самого начала игры? Он у меня открыт. Прикинь, по достижению 37 уровня или 38, короче, ты открываешь DAO 12. Нахрен мне его открывать, если он мне так открыл? Я не знаю, я только что сам посмотрел, охерел, что за хрень. Так, у вот тебя тут, вот, типа, закрыт, что ли? Вот тут вот лично Алипух ты можешь взять уже инженера. Я тогда, в принципе, взял у себя, у меня перк есть на этот. На взрывчатку, так что... Я на Б прикрываю. Ты снайпер? А, нет. А подавление? Подавление, да, ставь. Это, короче, он намного дольше у врагов эффект подавления. То есть у них будет дольше мыло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-ай-ай-ай-ай. Слева. Отлично. Ой, хорош, друже. Уходи, уходи. Я перезаряжаюсь. У меня 0 хп. А, сука. Он заряжа... Он с пистолетом стоит. Это снайпер. С пистолетом. Слушай, а как он в меня стрелял очередью? А у него пистолет этот, скорее всего, скорострельный. Либо же пистолет, который стреляет очередью. Есть такие. Оп! Я уже даже потерялся. Короче, снайпер с оптическим прицелом справа стоит сразу же близко. Мне в голову всадил. Он как с автомата стреляет. Вот тебе и снайпер. Он как с автомата, бля, стрельнул. А у него снайперка скорострельная. Скоросральная.
Скорострельная, может, да. Чем скорострельная. А мы их сейчас сзади обойдем уже. Убил. Убил, все, я его убил. Он мне, короче, попал снайперкой на него, но он меня не заваншотил. Все, тут их и держим, ребят. Ближе можно не бежать, потому что там это конец карты. Ну все, тут можно снайпера, в принципе, брать. Ребят, спот ваше все. Когда вы спотите, вы хорошие люди. Убил. Заебись, его сорок пошел. Ну, чисто двери держать там и все напротив. Я механика убил. 74. А, ребят, справа, там, где мы были, помнишь, были с тобой, Лепух? Справа бежит медик. С Акабаном. С Акабаном. Кстати, знаешь, какой прикол? А, Лепух? Бля, дайте патронов. Эх, откуда тиражу-то? Да. Слушай, Лепух, у тебя, короче, такая тема есть, что Акабан, когда стреляет очередью, да, ну, это осечка по патрону, у него можно разогнать скорострельность на 1200 выстрелов в минуту. У тебя краски макрос можно поставить на стрельбу. И все. Я знаю. И все, и у тебя будет самый скорострельный этот Акабан. У него все время точность стопроцентная. То есть, когда целишься тут, туда, он и будет стрелять. Вторая пуля точно попадает в цель. То есть, она не имеет задержки в отдаче. Я его убил. Блядь, где патроны, блядь? Я тоже без патронов. Да, блядь, меня убили. А, я взял перк на взрывчатку. Я сейчас туда возьму тогда перк на патроны. Я не вижу нихера. Ёптвой, пацаны, я 4-1 веду. Я тоже 4-1 иду. 5-1. Сейчас 5-2 будет, чувствую. 10-2. Я до сих пор получаю очки за то, что лечу отряд. Клёво. Mm-hmm. Ребят, помечайте. Старайтесь. Алипах. Граната! Ой, хорош, парень. Медик хорошо сделал сейчас. Ой. Меня убили. 6-5. Нет, я не успею. Даже если меня сейчас рискнут, то я не успею. А, у меня патронов нет. Патронов нету. Только на пистолете и все. Ну, сейчас я прибегу. Патусом, в принципе. А, ты умер? Мы выиграли. Ты умер уже, что ли, или что? Нет, я живой. Я просто не могу на тебя риснуться, потому что... Я тоже не мог на него риснуться. А ты там в узком месте был, в таком, что тебя, ну, не достать. Короче, ты в жопу какому-то негру залез. Где же? О! Парень, ты сейчас вот там умрешь. Ой, 6-1. 11-3. 4-2. А там есть кто-то в этой хуйне. Ой-ой-ой, сейчас умру. Нет, я выжил. Давай, медик, аптечку кинь справа налево. Не колесик, а на тройку привыкай. На тройку быстрее. Либо же макрос спасной этот. Поменяю управление с колес, ну, типа на колесико вниз аптечка, на колесико вверх здесь вибриатор, например. Все, хорош. Хорош, ребят, хорош. Ну, Алипух, растешь.
Тут халявное место просто попалось. Еще медаль я получил. Отлично, блин, у меня еще один с косых. А че мне каждый раз это участие в штурме, бля, победа в штурме? Ну, потому что мы выигрываем, ну... И участвуем. Участие в штурме, победа в штурме. Самый ценный, второй самый ценный игрок. Так, и в итоге я заработал 13500 еще. Инженер, так, у меня джавелин, следующая игра будет. Отлично. Снайперка тоже близко. Какая снайперка? Разведка СВ-98. Телооткрытию хотя бы, как минимум. Так у меня сейчас 6800, а надо 8. Так, техника у меня танк ближайший. Наград... Что у меня на технике? Мне ближайший ударный вертолет, на увеличение оптики. Да. Так, мне, ну что? Мне этого ракету надо вообще. Тегеранское шоссе, вот тут, ребят, ты можешь запросто оставаться этим. Короче, смотри, как делаешь. Инженера. Сейчас берешь инженера и берешь перк взрывчатка. А Сантра, ты, собственно, медик, и тебе надо брать пацу. Mm-hmm. Паца что дает? Пацум это, ну, дополнительные патроны дают. Пацум, пацаваться, да? Так, а не, в принципе, я могу взять пацум, а Сантра, тогда бери рывок. Я беру пацум, снайпера, и беру... Я беру Амтрак. Не-не-не, я не буду брать. Я вот тут вот очень хорошо снайпером мне работать, вот честное слово. А, у меня баллистика, ё-моё, блин. Не посмотрел. О, да, подвези. Алипух, возражайся там. А еще покуда гружусь. Так, 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 все, спасибо. Я сейчас за укрытием поставлю камеру, точнее, если за укрытием поставлю маяк возрождения, если что, можете на него рисаться. Я уже почти на... А, нет, я на Б, все, я на Б. Mm-hmm. Бля, этот перк не поменял. Блять, тут танк! Алипух, сразу на меня возражайся. Он уже на меня рискнулся. Жаль. У меня такой дивный танк, который можно разнести на. Есть попадание, раз. В го! Охренеть! Че, я поставил бомбу на Б. Да как меня убили-то, твою мать! Чертова команда. На мне тут рыло. Чертова команда раконоидов, вам спасти сроку. Лошара, не Кантара. Только нужен медик. Блин, М98 Браво, она хоть и хорошая. Я еще на тебя возражусь, дам тебе аптеку. Ты где, мудак? Да стой, мудак! На аптеку. Минус снайпер. Да вы че такие лоханы-то, а? Вы как им позволили Б разминировать, тупые вы твари? Я могу вас А прикрывать, но Б я... Б я, а нет, Б я вижу. Я тогда сильно палюсь очень сильно, ребят. Тупые раки, команда. Ну и конечно, когда бы разминировали, все, давайте сами заложим. Тварь крысерная. Превозражу там чувака. Это уже не танк. Да вижу я твой танк. Да как он выжил со своим сраным ПДВРом? К вам в дом гранату кинули. Короче, возле Б прямо, возле точки. Сидит. Красота. Ребят, с задней стороны. Алипух, сзади тебя где-то, короче, этот. Я и... чувака снял от. Хорош, хорош, хорош. А, опять меня убили. Алипух. Кто? Слышь, короче, сейчас из дома уходи, там двое. Все уже, я уже вышел, бля. Уже. Вау. Меня, бля, хрен знает откуда, бля. Вау-ка. Дислоцироваться, бежим, бежим, бежим. Ребят, я могу, я вот к вам бегу, да, они все время ранены, вы их просто добиваете. Маяк надо этот так снять, я этим и занимаюсь. Поставить другой. Да откуда тут мне стреляют? Маяк. А я не могу его сломать. Да как он. Ладно, сейчас я его подберу. Поближе поставлю его. Каиль, чмо читерное. Вон дрон тебя обогнали. Да мне не надо, чтобы меня обогнали. Мое дело с на этот.
ранить людей и прочее. Так мучить мудаку. Блин. А можете пока что, да, на меня вообще рисаться. Я этим и занимаюсь. Так, все, точку А я вижу, если что, кто-то, когда к ним кто-то подбегает, я могу этот убить. А, нет, мне в любом случае надо ближе подбегать, уже все, я не вижу ни хера. Блин. Ладно, маяк поставил, если что. Слева танк, да, я палюсь. Мне не высунуться просто. Меня уже почти убили, бля. Меня он иначе убьет он. А нет, почему? Я нашел позицию себе. У меня баллистика пока что. Мне не хорошо и не плохо. Мне никак. О, видно. Я наш медик, блядь. На медик, на мопедике, блин. Аптечку. Да, здание на втором этаже, ребят. Слева это здание, да, где вы? Аптечку брось и беги, блин. Да, держи свою аптечку, чувак. Меня уже полечили. Вообще-то это был я. Там парень с C4 сделал трипл. Коут. Пойду возражу, что это в здание посмотрите, ребят. Нет. Так, где мой маяк? Я не знаю, где мой маяк. А, маяк у меня в руках должен был быть, и у меня его нету. Да, у меня нету маяка. Так а я что? На, я тоже так хочу, на. Разъебашили дом. Вы своего убили. Как это? А вот мне этот Рамис, да, он, короче, здание упало, да, на своего друга, и ему считал и засчитал как тимкил. Как он сделал 7? Он только зашел. На Рамиса появляюсь. В здании вдалеке слева, короче, там этот снайпер, которого я достать не могу. А, все, достал. Жалко не в голову. Танк внизу я вижу, кстати. Он меня видит, он меня убил. ИК дымовые, спаренный пулемет. 7 кул. Блять. ПБ. Высоко спрыгнул. Слушай, Лепух, ну такое место среднее ты не подобрал, но меня уже спалили. Ну уже, блин. Ай-я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 й. Хоп. Мне не поставить, к сожалению, маяк, поэтому можете только на меня так рисаться. А как он меня убил? Выше, смотри, вот сейчас по мне летят пули, откуда, я не пойму. Вот сейчас посмотрю, кто. Я лежал за камнем и сзади, бля, гора. Вот, снайпер. Как? С СВД. А, баллистикой? Баллистикой. Как это баллистикой? Баллистика, но пуля падает вниз постепенно. Бля, тут нереально за этим камнем было достать. Реально, и я и не такое делал. А все потому, что это ботвор. Да. Снайпер слева. Танк сзади едет вообще. Где ребята, танк? У меня тут танк. Да где? Два танка, у нас Абрам спиздили, ребят. Не, а сейчас бегу. Пизда, ребят, такая. Откуда как? Тупая просто команда. Ярти танк. Нам не надо его отжимать, нам надо его только разъебать, потому что танк наш на нас. Пиздец, убили нас. Беда. Тут читов хватает. Этот, Алипух, этот. Давай на меня рисайся, я тогда этот буду этот. Я на этой хуйне будешь по нему хуярить, блять, поздно. На меня. Она не стреляет. Вот эта хуйня, на которой я еду, она стреляет. Но уже не стреляет, потому что заняли стрелка. Моя цель тупо рашить в здание прям, блять, на. В здание. Вот, выпрыгивайте и выстреливайте, рашьте, честное слово. Танк! Я танк! Говорю, да. Танк. О, специальная ракета. Сейчас я съебываю с этой хуйни. Где танк? Да помечайте цели, ребят. Ой, хорош, Тимофей.
случайно же в эту херню сел. А теперь такая ситуация, что у меня, блин, прицел баллистический, я слишком, слишком много зума. Танк, 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 танк. Я сейчас сзади него, если что. Блин, он уехал. На него не попасть. Ну его взорвали. Либо я косой, либо я что-то не понимаю. Вон минометчик сидит, я увижу. Не, ну конечно тут взрывы, блядь, не проработаны. Это с РПГ мочишь, блядь, и человека убить не можешь. Это не доработка. А, нет, это не та, это доработка, просто баланс. Раньше все просто бегали с этой хуйнёй, да? Из-за этого такие проблемы, короче. И решил с дайсом понерфить РПГ. Идиотизм просто. А, вон миномет слева, вижу. Блин, сейчас. А липух не стреляет туда вообще. Не достанешь, блин, я не вижу, куда пули летит. Говорите, с РПГ нельзя никого убить. Можно, не. Именно с РПГ, наоборот, кстати, лучше. А вот с этой, блин, пиндосовской залупы, блин, хреново. Танк. Есть. А, танк вижу слева. Пиздец. На нахуй тебе, блядь. Я всех снайперов пугаю тупо. Я почти у Ашки. Блять, парень там вообще красава ждет. Раймес, Раймос. Вот тогда она. Какой-то мега тащит. И опять мы получим, скорее всего, лучший отряд на шивочку. Естественно, получим, блин. Я только с этого прицела стрелять не умею. А, нет, я убил его в голову меткой стрелок. Все, я поставил на... Она поставил. Все, он уже почти. Ребят, не помечайте противников. Я сейчас даже не знаю, где... А, там, я да. Не вижу ни одного врага вообще даже. Ты не один такой. 15 человек, где они все? Так, ну я вижу, где-то по карте, что... Я пометил кого. А, вижу снайпера. Он меня попал! Миномет еще по мне херачит, ёбаный в рот. Я в здании. Надо уходить от толпы. Пошли, 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 мудак, жди меня. Давай, прыгаем вниз все. Я чуть не хочу. Пошли, 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 пошли. За вами. Липух, ты там куда бежишь поверху? Какому верху? О, пошли, пошли, пошли! Танк пометил. Враг в нем. Вижу, вижу врагов. Бежим на, бежим на. Липух. Не, я там одно отличное место. Танк, 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 танк! Фух, я жив. Пиздец, в него попадание ни хрена. А да, чё, у меня это... больше выстрелов нету? Нету. Чё, только 3 было, бля? 4 всего. Ой, возьми перк, взрывчатку и всё. Во, вот это здание вообще охрененно, по сути. Чтобы кто-нибудь... А как я его взять, взрывчатку? Перк, если есть, то... А, перк. Ай, ножку сломал. Там сраный танчик. Но от меня толку сегодня мало. А вот от меня почему-то наоборот больше. Они, кстати, все слева. Я их пометил. Пиздец, откуда он меня видел? Я его видел, я его не успел. Как парень не разбился? Иду к тебе, лечу тебя. Живи. Ты что, ты что на тебя резну, ё-моё? Я что-то тебя резануть не могу никак. Ты в кустах засел. Там не было рядом аптечки. А, в кусты? Но.
Кусты сраные мешают. Давим, давим. А, давим. Есть. Блять. Ага. Вдавил, блять. Пальцем говно, бля. Вас эти сзади пытались прорашить, я их убил. Да как он меня убил? Я за вот он стоял. И меня убил. О, в голову хорошо вошла. Ладно, на Раймоса возрождаюсь. Йоху! А Райм, а Раймос, да, на него это возрождается. Он очень близко. У меня прицел-то баллистический, я еще не умею. Ну, нет, я умираю, конечно, два раза. Но... Живи, мудак. Я не могу привыкнуть к да баллистическому прицелу. Мне надо восьмикратник ставить только, да и все. Так ставь! Я не умирал. Так спрыгни. Не-не-не, не хочу. Надо менять позицию, тут не выход. Да, надо обходить через здание. Так, ребят, маяк я поставил, можете, в принципе, на него рисаться. Да пиздец, на раз только тресина. В здании справа. С МП5, нахуй, ёпа, трясь, бля. М5К, да? Нет, у МП45. А. И он меня убил, блядь, какой-то хуя, сука. Блин, народ помещается, но я не вижу никого, все равно без интайза. А, все, вот меня видит зато. Да как меня эта тварь убила? Алипух, живи. Все с тобой, Алипух. Танк-то я вижу, а снайпера, блин, не вытащить. О, зато меня танк видит. Меня все видят, я не знаю как. Я в руинах лежу, вот как можно так, да, как? Нас сбоку обошли. Да? Угу. Этот... Каел тех... Чувак с пулемета тупо стоит, мочит и все, на. Он нас сбоку обошел, стоит стрелять по нам. Я его не вижу, сори. Меня все-таки снайпер добил какой-то другой. Ну, спасибо тебе большое, если он сейчас никакой пидрас не риснет. На нахуй, тварина, блядь. Сука, и меня с РПГ на. Опять же он на. Да, 3-9 нахуячил, блядь. Ты? А, меня. А, у меня 9-3. Полная твоя противоположность. Ну, педрилы, блядь. Я их обойду нахуй. Засел, короче, в этот... в армазии стою, стреляю из него, всех валю. Раймос меня припарковал. Вот, там. Первый выстрел, блин, сразу же в голову. Когда восьмикратник взял. Ну вот, молодец. Молодец, тащил. Танк. Надо обойти с левой стороны. Да сраный, как он меня с UMP-45 убивает? Давай на меня. На меня заходи. Ща я на тебя взорвусь. Пись мне это UMP, блин, сраная. Пошли. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, Абрамс хуярит по мне. Пошли, пошли, пошли. Че встал-то? Пошли, 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 пошли. Вход тут только с одной стороны. На нахуй, тварь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, меня танк убил. Бывает. Да как меня эта тварь убила с М249-то? Чего читерская, бесит меня уже он. Там танк, если что, ремонтируют. Я вижу. Так. Алипух там сейчас сзади, танку подходи и за РПГ шмаляй. Уже въебал. Я взял эту взрывчатку, поэтому... Убил. Готов, нах. Так, я быстренько РПГ... Минирую. А, он... О, стреляют! На нахуй, блядь. Хорош. Хуй вам, а не Сашку, блядь.
На меня возрождайтесь, пацаны, бля, быстрее. Живой, лечите. Живой. На аптеку. Да блин, перезаряжайся ты быстрее, РПГ вынул, вставил, чё, сложно что ли? Вот сейчас тут слева они будут как, бля, бежать пиздец на. А ну и так можно. Всё. Нет, меня что-то в этой сегодня, в сегодняшний день от меня толку завтра ноль. Ну уже 6-10 уже. Я какое-то достижение получил, лучше, чем ничего. 6-10 это не 3-9. А, лучше, чем ничего, ты занял третье место, да, если не ошибаюсь? 1024. Или пятое. Где-то так. В общем, это либо за третье, либо через за пятое тебе дают. Так, мне еще надо, пацаны, 4000. 400. Ну, сколько ты со 8 уровня был? Да, ты третьего уровня, поэтому тебе дали, ну, достижение лучше, чем ничего.